Привет всем, это обзор на ICO проект Neuronix, рейтинг аналитического агентства. Криптокарренси Neuronix – это первое международное рейтинговое агентство по оценке инвестиционных рисков в экономике блокчейн цепи, где рейтинги даются проектам автоматически на основе результатов математического подсчета нейронных сетей и многомерного анализа большого объема данных. Сейчас идет ICO-продажа, длится будет она еще 8 дней 5 часов, это один из этапов, то есть будет распределено несколько этапов, поговорим об этом чуть позже. Сейчас 5% бонус и уже инвестировано 1,5 миллиона долларов в данный проект. Всего хотят собрать 31 миллион. Так, дальше, как работает, как все устроено. Так, видим, что листинг проекта в ICO, блокчейн, рыночные данные, новости, комментарии, юридические справочные данные, медиа-аналитика, обзоры, рыночные множество и индекс, ICO, скоринг, риск, менеджмент. Дальше, что касаемо деталей ICO, стоимость токена в Ethereum. И 5% бонус длится до 30 ноября. Дорожная карта. До 2019 года есть информация, что какие будут основные события. Давайте посмотрим. Так, видим, что продажа токенов, после продажи токенов масштабирование компетенции HR, запуск финансовой модели, международная локализация проекта, соглашение с поставщиками и биржами данных, запуск партнерской программы. И также масштабирование географии проекта. Открытие представительства Южной Кореи и Японии, представительства в США, расширение линейки продуктов. Команда, которая работает над данным проектом, основатель и генеральный директор Андрей Венгерсет и генеральный директор Алексей Сидоренко, основатель, технический директор Иван Мараховка и разработчик Петр Казаченко. Многие-многие другие соучредители и менеджеры данного проекта, консультанты. Также есть часто задаваемые вопросы. Я надеюсь, что здесь будет именно тот вопрос, который вас интересует. Если нет, то вы можете задать уже эти вопросы в Telegram-чате. Там с радостью вам ответят. В принципе, на этом все. Для более детального изучения я, конечно же, рекомендую ознакомиться с white paper. Подписывайтесь на Twitter, следите за последними новостями, также Facebook. Будьте в курсе всех событий. И тот самый Telegram-чат. Я уже вступил в него и вам также советую. Почти 15 тысяч человек находится в данном канале. Всем спасибо за внимание. Это был краткий обзор ICO проекта Neuronix. Всем удачи!